Лето. Шли недели, а оно не наступало. Многие уже отчаялись ждать и всерьез говорили, что в этом году тепла не будет вовсе. И ошибались. Уходящая рабочая неделя получилась по-настоящему летней. Не сулит проблем с погодой и суббота. В субботу будет довольно-таки комфортная погода. У нас влияние антициклона сохраняется. Переменная облачность, без осадков. Температура в ночные часы плюс 12, плюс 17 градусов тепла, а в дневные часы 24-29. В западных районах не исключено и 30 градусов. Это значит, что можно смело планировать выезд на природу и отдых на пляже. А вот чего точно не следует делать, так это употреблять алкоголь, особенно водителям. По статистике, в Тверской области количество пьяных автолюбителей в выходные дни больше, чем в будни. Тем, кто садится за руль в нетрезвом состоянии, в ГИБДД напоминают, что работают без выходных. И каждый уикенд задерживают от 70 до 90 любителей совмещения выпивки и вождения. Операцию «Контроль трезвости» в ГИБДД запланировали и на грядущие выходные. Госавтоинспекция будет благодарна за любую информацию о пьяных водителях, которые еще не успели натворить никаких бед. Информация принимается круглосуточно по телефону 02, а также по телефонам дежурной части госавтоинспекции 580420, 585920. ГИБДД напоминают и водителям, и пассажирам. Виновник каждого седьмого ДТП именно пьяный автолюбитель. Если же вернуться к погоде, то уже в воскресенье в регионе пройдут дожди. Местами ливневые, да еще и с грозами. Впрочем, задержатся они в Верхней Волжье ненадолго. Во вторник в область вернется ясная и теплая погода. А это значит, что лето продолжается. Юрий Бумбур, Антон Шишкин, Твериград ТВ.